В Малиновском районном суде Одессы снова перенесли заседание по делу убийства боксера Лащенко. В суд не явился переводчик с украинского на азербайджанский. По словам прокурора, сторона обвиняемого угрожала ему. На сьогодні, на жаль, ми знову ж таки відклали судове засідання у зв'язку з тим, що в нас немає перекладача. Як стало відомо, що перекладач відмовився приймати участь у судовому засіданні у зв'язку з тим, що це неофіційна інформація, йому загрожують з сторони обвинуваченого. На жаль, дану інформацію ми перевірити не можемо, бо відмовляються заяви писати, а продовжити судове засідання без перекладача ми, на жаль, не можемо. Стоит отметить, что в прошлый раз заседание перенесли из-за того, что в суд не доставили обвиняемого. А вот из-за чего представители СИЗО пока не дали официального ответа. В среду Гасанова в суд доставили, но с большим опозданием. Если кто-то или сам Гасанов считает, что он невиновный, дело должно слушаться, должно рассматриваться, и они могут доказывать, что он невиновен. Но таким образом тормозить процесс, считая день за два в СИЗО, проживая эти дни день за два и сокращая себе срок, я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что это не цивилизованно и неправильно просто. В 2015 году чемпиона Европы по тайскому боксу застрелили на территории еврейской больницы. Подозреваемого Гасанова задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали в Украину.